Современный мир требует от молодого поколения перемен, отметил в своей статье глава государства. Особенно в духовном сознании. Он считает, у руля должны быть социально ответственные граждане, креативные, уверенные в себе, справедливые и добрые. Об этом в своем учении «Совершенный человек» еще в 19 веке писал Абай. Его философия по-прежнему актуальна, считает доктор филологических наук Микентас Мырзахметов. Творчество Абая он изучает уже 20 лет. Абая еще не до конца исследовали. Он загадочный человек, как он сам говорил в одном из своих произведений. И это действительно так. Разве мы смогли его разгадать? Нет. И одна из самых больших загадок, по-моему, это учение о совершенном человеке. Я считаю, мы можем стать такими людьми. Нужно только самосовершенствоваться и следовать той дорогой духовного очищения, которую проложил для нас Абай. Это, конечно, непросто, но возможно. Тем более, у нас есть на что опираться. К примеру, в Европе и на Востоке такого учения нет. Мы должны эту модель использовать в воспитании молодого поколения, больше внимания уделять.